Ну, случилось, мы перешли вместе с китайской женщиной, ребенком дорогу. Когда ты кого-то защищаешь, увидишь страшно. Боже мой. Ну, конечно, не размером с дом, но волны такие не детские. Это прямо напротив отеля Цитадина с 5 часов вечера. До Нового года 7 часов. Вот он, Нечанский пляж сейчас. Шторм, да, море штормовое, конечно. Где-то там, на Филиппинах, штормище. А у нас отголоски. Тем не менее, я смотрю, Silent Club готовится ко встрече Нового года. Сцена смонтирована. Отмечать собираются. Там он все в пене, в тумане от волн. Вот такое море. Где люди, я не знаю. Люди, наверное, готовятся, одеваются или красятся. Красивая, серьезная, суровая, с волнами. Вьетнамцы играют в футбол, как обычно. Ничто не помешает. В принципе, действительно, ничто не помешает радоваться жизни, было бы желание. Ну, весь мусор с пляжа убрать невозможно, его несет и несет. Вот они, волны. Так, прокупаться, я думаю, никто не думает уже. Смотрите, какие тут завихрения. Рокочет. Ветрюга может быть еще сильнее, потому что море разговаривает и рокочет. Вон какие волны, дома идут. От моря есть рокот. То есть где-то далеко явно шторм сильнее намного. Да. Не знаю, слышно или нет, но море рокочет. Серьезно. Вау. Эй-эй. Чего только не выносит море. Это если учесть, что вчера весь день целыми машинами вывозили выброшенный с моря мусор. Кучу всяких бревен, дров. Селфи в красивом платье. Что бы там ни происходило, обменяться улыбками. Слушайте, как-то и дышать лучше, и погода лучше. Парень продает манго зеленое с перцем. Амбареллу, любимый вьетнамский фрукт, который я не слышал, что кому-нибудь из туристов понравился. Такой кислый зеленый фруктик, чуть больше сливы, жесткий, волокнистый, но его любят за то, что он ароматный. Да, запах специфический, точно. Вот оно, море. Пойдет все-таки гулять по такому ветру, надевайте, не знаю, капюшоны, шапки. У меня в ушах свистит. В больнице на 8-м этаже слышали свист ветра.
Вот убраны лежаки всякие, чтобы не летели. Концерт будет. Мне кажется, несмотря и вопреки, вечером будет обязательно. Сцена. Дрожат от ветра канаты. Фух. Волна добегает до парапета уже. Уже до парапета. Вот она. Понятно, что вот это вот знак надо запомнить для чего. Но он означает, что нельзя плавать. Опа. Какой там плавать? Ух. Волна, не уноси мои тапки. О! Бесится. Море волнуется, скажем так. Оно не бесится, оно волнуется. Мы с вами и дошли от Цитадины с улицы Бьетхы. Мы с вами дошли до Лотоса. Здесь сегодня ночью будет новогодняя программа. В общем, всех с наступающим Новым годом, до которого осталось чуть больше 6 часов. Сумерки. На море смотреть можно вечно, даже на такое. Зато можно гулять километрами. И еще километрами. С наступающим!